Всем привет, ребята, с вами Аня, и вы на канале Анна Макеева. Сегодня, ну, вы, наверное, ждали, чтобы я показала вам мою коллекцию этих фигурок из Among Us. Но если вы забыли, то посмотрите мое прошлое видео. Ну, это было почти, ну, как будто последнее было. И вот, посмотрите на мою коллекцию. Назад. Вот моя коллекция. Я думаю, чуть забыть, это не коллекция. А это просто я так подумала собрать. Места много не занимает. Давайте ее разберем. Вот шляпа, банан. Банан длинный импустов. Вот этот вот. Как его там звали, короче, не помню. Ну, я пока что только разбираю. Вот банана давайте собирать. Банан. Ну, у него ножик. Так, дай сюда. Это из костюма, а он без. Ой, ноги его забыли взять. Давай сюда. И ставим. Во. Костюмчики. Красный. Мне очень нравится красный. И, ребят, мне Новый год. Родители собираются подарить мягкую игрушку Among Us. Я вам потом покажу, если мне ее пришлют. Ну, если мне ее подарят, то я вам покажу, как она выглядит. Она будет, наверное, просто прикольная. Мне ее две, по-моему, подарят. Ну, вот. Смотрите, вот такой красный. Привет, люди. Люди, борьбу. Борьбу с COVID-19. Блин, если бы у нас были такие люди, ну, вот такие вот амонкасеры, тогда бы они, наверное, не заразились даже, потому что они в скафандрах там, ну, как они там называются, короче, не помню. Вот, синий костюме, голодно. И белый в костюме банана. Ну, это не костюм банана, это вот. Вот. Это вот что. И, ребят, вот вся моя коллекция. Я ее долго собирала, что мне надо было детали еще найти. Нужно. Ой, блин. Не падаем. Не падаем, это строят COVID-19. Борьба с COVID-19. И давайте, ребят, мы ее соберем обратно. Ну, лучше давайте соберем обратно. Вот, ребят, я собрала обратно. Вот, собрала обратненько. Так вот, вот смотрите, только вот желтый с лицом, ой, фу ты, блин, белый только с лицом остался, остальные все закрыты, и банан сверху, чтобы, ну, вот так вот закрепить. Ребят, сейчас я вам покажу своего предателя, ну, импульса, которого я тоже сделала из лего. Вот, вы скажете, что там нет стекла, би-би-би, ну, я его не нашла, потому что, вот, сейчас я вам принесу. И вот, ребята, мой импустор, вот, вы думаете, что у него за подставка такая? Он же и так нормально стоять может на столе. Я вам скажу. Это этот, как его, блин, Кристи. Моя собака, овчара. Ну-ка, штупенькая. Ку-ку. Ку-ку. Ой, пошла отсюда. Ребят, подождите, сейчас я закрою дверь, а то он мне мешается. Вот, ребят, смотрите, вот это мой импостер. Вы думаете, что это за подставка? Он и так нормально может на столе стоять. А это его язык, смотрите, у него... Опа! Ой, блин. А, я забыла. Вот. Сюда ставим, потом... Га! Привет! Потом, смотрите, мы берем вот такую детальку и вот сюда ставим. Типа его шляпа. Давайте его сейчас поставим ровно. Ну, все, короче, меняем местами. Короче, у нас новоселье. У нас новоселье. Помогите, сейл. И эти... Как всегда... Ну, как всегда, не удивляйся, ребята, это как всегда. И вот, ребята, вот такой у нас получился предатель. Ну, это я его сделала, типа, глаз у него, конечно, нету, но зато есть язык, рот. И давайте его я сейчас соберу обратно. И вот, ребята, я его обратно собрала. Вот, смотрите, вот. Вот, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, вот, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. И еще, ребят, я, наверное, сегодня выложу видео, как я играю в Among Us. Наверное, я выйду, наверное, за импостера. Ну, тогда вот еще раз говорю всем. Тогда сразу всем говорю, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!